Шахта. Почти 4 года. Как мы готовимся? Что такое шахта? Для чего это? Шахта — это такое отверстие в земле, куда будут ставиться кольца для септика. Для септика. И септик будет ставиться. Это шахта. Ты сам выкопал 4 метра? А? Сам выкопал такую яму? При помощи багера. Что я так? И багер. Что такое багер? Багер — это волшебное слово такое. Багер — это... Багер — это экскаватор. Понимаете? Да. А что сейчас ты... сделаем дренажное дно из камня, из камока. Вкладываем, сверху ставим кольца бетонные. Камнем. Все уходило. Кто, куда она будет уходить? Вот посмотри, глина. Куда она будет уходить? Я не знаю. Нереально глубоко. По технологии. Вот видите, вот эта земля. Вот какая яма. Делаем по технологии. Поднимаюсь. Самостейная лестница, видишь? Совместное предприятие. Совместное предприятие. Лестница совместная. Половина... Российско-болгарская. Половина построил сосед, вторую. Половина дал сосед, половина сами.